сейчас мы устраняем то, что было допущено ранее, то есть в 2016-2018 году. Поэтому мы сейчас должны предоставить жилье. Не, как бы какие-то другие варианты решения проблемы сейчас невозможны, потому что это, грубо говоря, исправление ошибок. Если подрядчик не подведет. Естественно, после того, как нас уведомят, мы комиссионно со специалистами, с профильными проверим данные квартиры и да, планируем. Ну, как говорится, все зависит от подрядчика сейчас. Подрядчик обещает сдать квартиры завтра, закончить работы, то есть официально в процедуре он должен нас письменно уведомить. Но мы, естественно, у нас уже, в принципе, и распоряжение готово, то есть мы чуть ли не в этот же день можем выехать, ну, на следующий, если так уж быть объективно. Выезжаем и смотрим. Ну, как вы сами видели и слышали, прокуратура тоже в стороне не будет стоять и приедет. Ну и всех серот в любом случае, согласных, несогласных, мы будем приглашать.